Маккартни так хотел, что ничего страшнее, ничего ужаснее, чем это музыкальное произведение, быть не может. Вот сегодня мы слушаем с вами... На Каннском кинофестивале. «Левиафан» — это история библейского Иова в российских реалиях, рассказывающая о противостоянии человека и государства. Еще одна новость. В Канаде 8 человек стали обладателями выигрыша. Что такое-то? Очищенным молоком. И он более экологичный. Ну, даже для выхлопных газов. Ну, я не знаю, я вот тоже почитал. Thank you.
кажется, что ну, наверное. Просто интересно. Да, ну не ладно было бы его обидеть или забить, как-то ошибившись. А, да? Ты чё, блядь, делаешь? Ёбкую мать, блядь. Твою мать, блядь! Что, прям инспектор сказал, что он валить не будет? Да! Ну скажи, ну ладно, вас валить не буду. Блядь. Хуя он резкий, блядь. Хуяк, блядь! А он, походу, сам не заметил, что я на бордюре. Как-то подозрительно уже. Вот этому суку надо же, не надо же уступать? Посмотри! Да, пиздец, да. Да ну нахуй. Регистратор есть. Ха-ха, у нас есть регистратор. Надо нажать на кнопочку. Это же он виноват, правда? Нажали на кнопку? А кто виноват?